Добрый день, дорогие зрители! Сегодня вы смотрите финал первого открытого фестиваля конкурса «Ты на сцене». И вот мы уже на финишной прямой. Уже сегодня члены жюри решат, как распределяться призы и главные победные места. Разумеется, мы сохраним интригу. Результаты вы узнаете на большом гала-концерте, который пройдет в большом зале Дома культуры города Дедовск 12 мая. Вы также можете увидеть финальное шоу на информационном портале istra.rf. А сегодня всем, кто прошел финал, предстоит еще раз выйти на эту сцену и представить свои выступления. Прошу заметить, что некоторые из участников заменили свои конкурсные номера на новые, и для нас это будет сегодня сюрприз. Сегодня вы увидите 50 выступлений. Напомним, что часть из них выбрали члены жюри. Еще 8 участников вышли в финал в результате зрительского голосования, которое, опять же, проходило на портале Istra.rf. Также мы хотим напомнить вам правила и регламент нашего сегодняшнего конкурса. Итак, наши уважаемые члены жюри, которые представлены сегодня 4 замечательными людьми, которых мы представим чуть позднее, будут выставлять оценки по 6-бальной системе, как это было на втором туре. Но если в течение конкурса у нескольких участников будет одинаковый балл, и они будут соревноваться в одной и той же возрастной категории и в одной номинации, у нас есть еще 6 судей, которые будут принимать участие в нашем голосовании. И в этом случае их решающий балл будет основным. Итак, эти члены жюри: Анна Астахова и Ирина Мизерия, хореография; Григорий Гладков и Сергей Шустицкий, вокал; Евгения Короткевич и Ольга Лебедева, актерское мастерство. А сейчас мы представим нашу судейскую коллегию сегодняшнюю. Все внимание на жюри. Елена Ёшина, актриса, журналист, телеведущая. Певец, композитор, выпускник Академии хорового искусства имени Свешникова, лауреат премии «Шансон» года Петр Привен. Директор муниципального учреждения культуры «Дедовский культурно-досуговый комплекс» Ирина Солдатка. Член международного жюри Всемирной организации «Интеркультур», лауреат международных конкурсов, заслуженный работник культуры Российской Федерации, педагог по вокалу, художественный руководитель детской хоровой школы «Алые паруса», которая, на минуточку, входит в десятку лучших хоров мира, Елена Володина. А также у нас сегодня есть ассоциированные члены жюри, которые не будут принимать участие в голосовании, но имеют право голоса. Итак, представим их. Это Светлана Добровольская, действующий хореограф, актриса театра и кино. И художественный руководитель конкурса фестиваля «Ты на сцене», член Союза композиторов России, автор мюзиклов «Праздник непослушания» и «Моцарт и Маргарита» Ашот Филипп. Что ж, ну а мы предлагаем начать наше шоу. И по традиции напомним, что мечты сбываются, если ты на сцене! Не бойтесь, все хорошо, ребят. Для зрителей. Просто чтобы показать, какие вы классные. Хорошо? Все, Настя, да? Паньку в глаза поправь. Мы вас что? Мы вас любим. Мы в вас верим. Мы самые какие? Раз, два, три. Лучшие! Итак, мы начинаем сегодняшний конкурсный отбор. Первая группа представлена в эстрадном вокале, вторая — возрастная категория.
маслом яркого огня. Бегу, бегу, дорогам нет конца. Огромный мир замкнулся для меня. Вареный круг и маску без лиц. Я шут, я Арлекин, я просто смех. Без имени и в общем без судьбы. Какое право дело вам до тех, над кем пришли повеселиться вы? Ах, Арлекино, Арлекино, нужно быть смешанной для всех. Арлекино, Арлекино, есть одна награда. Выходят на арену силачи, не ведая, что в жизни есть печаль. Они подковы гнут, как калачи, и цепи рвут движением плеча. И морозка плещет восхищенный зал, и на арену к ним летят цветы. Для них играет тушь, горят глаза, а мною заполняют перерыв. Ах, Арлекино, Арлекино, нужно быть смешанным для всех. Арлекино, Арлекино, есть одна награда смех. Нар-нар-нера, нар-на-на. Нар-нар-нера. Смешить вас мне с годами все трудней, ведь я не шут у трона короля. Я Гамлета в безумии страстей, который год играю для себя. Все кажется, вот маску я сниму, и этот мир изменится со мной. Но слез моих не видно никому. Что ж, Арлекин, я, видно, неплохой. Ах, Арлекино, Арлекино, нужно быть совершенной для всех. Ах, Арлекино, Арлекино, нужно быть совершенной для всех. Арлекино, Арлекино, есть одна награда смех. Ах, Арлекино, Арлекино, нужно быть совершенной для всех. Арлекино, Арлекино, есть одна награда смех. Ша-ша! We'll be right back.
Больше нечего ловить. Все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки. Я шагаю на реке. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. У тебя все будет класс, будут ближе облака. Я хочу, как первый раз, и поэтому пока. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки. Я шагаю на реке. Районы, кварталы, целые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, целые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Вот и все, никто не ждет, и никто не в дурака. Кто-то любит, кто-то ждет, и летает в облаках. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки. Я шагаю на реке. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Я ухожу, ухожу красиво. За стол роднялся с тобой.
такая жизнь не для тебя, а для тебя кусок свинца. Он в тело белое вопьется. Такая жизнь, брат, ждет тебя, и слезы горькие прольются. Такая жизнь, брат, ждет тебя. Участников, и пока уважаемое жюри совещается между собой, мне бы хотелось задать вопрос художественному руководителю конкурса Ашоту Филиппу. Вы видели выступления участников в предыдущих турах, поэтому пока жюри совещается, будьте добры, пожалуйста, прокомментируйте, как они выступили сегодня. Ну, мне понравилось, что Толпекина Ангелина поменяла песню. Затем Влад сегодня был лучше, чем в предыдущих разах. И Арлекино тоже был лучше, чем в предыдущие разы. Поэтому у нас сегодня авторитетное жюри. Я полностью спокоен за оценку. Итак, уважаемые жюри, час икс пробил. Пожалуйста, оцените сначала выступление Голубевой Софьи Арлекино. 4-3-5-5. Выступление Владислава Белея «Районы-кварталы». Да, уважаемые зрители, для жюри это сложно, потому что действительно сегодня распределяются места 4-4-5-6. И выступление Ангелины Толпекиной «Не для тебя». 5-5-6-5. Мне бы хотелось даже сразу же спросить Елену о первой тройке. Знаете, во-первых, я хочу по всех поздравить участников, которые вышли на эту сцену. Аплодисменты, да. Вы уже в финале, вы уже победители, молодцы. Да, с тем, что в финале это замечательно. Мы оцениваем выступление здесь, сегодня и сейчас. Да. На меня действительно последняя участница произвела наибольшее впечатление, несмотря даже на ее вот маленький вот этот вот срыв в самом начале, потому что когда исполнитель может владеть разной манерой пения в течение одного произведения и выглядит убедительно, а еще он понимает смысл того, о чем он поет, для меня это очень важно. Единственное, я хотела бы вам пожелать. Не бойтесь ничего. Вот вы сейчас уже спели, выдохните. Вы не проигрываете войну. У вас огромная радость поделиться своим творчеством с такой доброжелательной аудиторией. Получайте удовольствие, что у вас есть слушатели. И дальше идите к своей цели. Вот как-то так. Мне кажется, ваши слова можно адресовать сейчас каждому, всем участникам. Абсолютно. Независимо от того, поют они, танцуют сегодня или читают художественное слово. Спасибо. Владимир, скажи, как ты сегодня выступил, на твой взгляд? На мой взгляд, я выступил получше, чем в прошлый раз, как мне как раз-таки и сказали. Чем лучше? Над чем работал больше всего? Больше всего над энергией, которую нужно посылать в зал, как говорится. У нас уже сегодня, получается, распределяются места. То есть, как ты считаешь, из своей подгруппы, ты на какое место рассчитываешь? Я рассчитывала вообще хотя бы на третье. Друзья, а на улице шикарная погода. Дождь, ветер и очень свежо. В это время наши участники парятся в зале. Будет эстрадный вокал, первая возрастная категория. Вроде бы все просто, только я вот не поняла. Где ты потерялся, на каких планетах? Может, на Луне поселился где-то? Может быть, серьезно, ты влюбился в розу и остался с ней навсегда? Я так хочу улететь в ту страну, где он живет.
же мне тебя отыскать? Нарисую краской фразу на ракете. Пусть за тех, кто рядом, всегда в ответе. Подожду рассвета и быстрее в кометы. Полечу навстречу тебе. Я так хочу улететь в ту страну, где он живет. Там будем вместе мы петь эту песню круглый год. Живет. Там будем вместе мы петь эту песню круглый год. Там стану я понимать разговор зверей и птиц. И там по галюге будем гулять я и маленький принц. И там по галюге будем гулять я и маленький принц. И небо, пляшут облака. В доме запах хлеба и парного молока. Как она прекрасна, милая земля. Льется наша песня, мы одна семья. О-о-о, только вместе мы большая сила. О-о-о, не разлей вода. Чтобы радость сердца не остыла. О-о-о, рядом ты и я. Мир такой красивый, радужные цвета. Быть всегда счастливым есть у каждого мечта. Тонкими ручьями широка река. Будем же друзьями, вот моя рука. О-о-о, только вместе мы большая сила. О-о-о, не разлей вода. О-о-о, чтобы радость сердца не остыла. О-о-о, рядом ты. Когда будем вместе, давайте умножим и смех, и улыбки, и песни. Только вместе мы большая сила. О-о-о, не разлей вода. О-о-о, чтобы радость сердце не остыла. О-о-о, рядом ты. Похоже очень солнце светит.
смеются над Россией. В небе радуга цветная, нет земли красивей. Белые березы, для меня Россия, утренние росы, для меня Россия, ты всего дороже, да чего ж на маму, ты мою похожа. Солнце светит, ветры дуют, ливни льются над Россией. Теплом согреешь, ты моя Россия, песни петь умеешь, ты моя Россия, неразлучна с нами, ведь Россия наша, это я с друзьями. Солнце светит, ветры дуют, ливни льются над Россией. Над Россией в небе радуга цветная, нет земли красивей. Вашей оценки Дарья Гурина, «Маленький принц». 4-4-4-5. Варвара Пивоварова, «Мы вместе». 5-5-5-5. И Шкурова Мария, «Моя Россия». Ваши оценки 3-3-4-4. Мы перешли к номинации «Хореография, современный и эстрадный танец». Третья возрастная категория. Жень, расскажи, что это у тебя такое? Я правая рука оргкомитета. Я забираю у детей костюмчики и отпускаю детей отдыхать, а потом им обратно их отдам. Столько реквизитов, как ты вообще успеваешь их отдавать, забирать? И кому что? Годы тренировок. А как ты справляешься? Ты выступаешь сам и еще другим помогаешь? Годы тренировок. Тяжело, но справляемся. Ну тогда иди помогай людям. Спасибо. Жил-добыл черный кот за окном, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Целый день во дворе суета, прогоняют с дороги кота. Только песня совсем не о том, как охотился двор за котом.
говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Даже с кошкой своей за версту приходилось встречаться коту. Только песня совсем не о том, как мурлыкала кошка с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Белый кот от усов до хвоста был чернее, чем сама чернота. Да и песенка в общем о том, как обидно быть черным котом. Говорят, не повезет, если черный кот пока наоборот. Только черному коту и не везет. Только черному коту и не везет. Только черному коту и не везет. Прежде чем вы выставите оценки, я хотела бы дать слово ассоциированному члену сегодняшнего жюри без права на оценку, но с правом голоса. Это действующий хореограф и актриса Светлана Добровольская. Пожалуйста, прокомментируйте выступление. Спасибо большое. Номер мне очень понравился. Он интересный, а самое главное и правильное, что есть в этом номере, это есть история. То есть не просто красивые профессиональные движения, а история, которая доносится до зрителя, понятная, очень интересная. Ребята молодцы, видно ваши старания, изменение кота на лицо, каким он вышел, каким он остался. Это просто браво, спасибо вам за этот номер и хореографу. Рекорд. It's my life and it's now or never. Давайте оценим «Черный кот» по порядку выступления. Все отличники. 5, 5, 5, 5. И второе выступление в движении. О, 6, 5, 5, 5. Так, Петр Привин. Да не, я просто узнаю лица, вы же поете еще. Да? Они и еще танцуете. И поют. Да, они поют, собственно говоря, да, и поют, и поют, и поют. Я понимаю, что здесь... Эти тоже поют, но они уже не поют, потому что... Получили на самом деле, в мае дипломы школы, и мы их выпустили, теперь они учатся уже, Наталья, в институтах. Наталья, я вижу, да, перед собой профессиональных артистов сцены, то есть универсальных артистов сцены, которые восхитительно поют,
замечательно танцуют, замечательно ведут себя на сцене. То есть вы готовы к большим-большим подвигам. И все наверняка благодаря вашим учителям и вашему старанию. Давайте этому поаплодируем, и все. Большое спасибо. И сейчас мы переходим к блоку «Вокал эстрадной ансамбли». Первая возрастная категория. Тихо, на улице дождь, кто-то меня уже ждет. Ветер дует нам лицом. Самолет, время так быстро несет, где-то звездочка блеснет. Люди смотрят телевизор, мы с тобой польем цветы. Люди смотрят телевизор, сколько исполнятся мечты. Люди смотрят телевизор, я сорвал букетик роз. Люди смотрят телевизор, я давно уже подрос. Фото висит на стене, что-то напомнило мне. Много времени прошло. Жизни, сон в кино, что-то задумал одно. Это было все давно. Люди смотрят телевизор, на картину я смотрю. Люди смотрят телевизор, очень звонко я пою. Люди смотрят телевизор, скоро я найду друзей. Люди смотрят телевизор, с ними я пойду в музей. Телевизор, все исполнятся мечты. Люди смотрят телевизор, я сорвал букетик роз. Люди смотрят телевизор, я давно уже подрос. Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою напевал он эту песенку свою. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел, и никто ему по-дружески не спел. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. И в беде, и в бою
путь звезды и развести сады и укротить тайфун. Все может магия. Есть у меня диплом, только вот дело в том, что всемогущий маг лишь на бумаге я. Даром преподаватели время со мною тратили, даром со мною мучился самый искусный маг. Да-да-да, мудрых преподавателей слушал я невнимательно, все, что не задавали мне, делал я кое-как. Сделать хотел грозу, а получил козу, розовую козу, желтую полосой. Вместо хвоста нога, а на ноге рога. Я не хотел бы вновь встретиться с той козой. Хотел утюг, слон получился вдруг, крылья, как у пчелы, вместо ушей цветы. Ночью мне снится сон, плачут коза и слон, плачут и говорят: что с нами сделал ты, что с нами сделал ты? Даром преподавателей время со мною тратили, даром со мною мучился самый искусный маг. Да-да-да, мудрых преподавателей слушал я невнимательно, все, что не задавали мне, делал я кое-как. Вот так. Ашот Палыч, пожалуйста. Постольку, Ашот Филипп. Поскольку они все вот из альтернативы, да, так получилось. И члену жюри будет очень тяжело, мне кажется, сейчас вот решать. Но, по крайней мере, теперь, наверное, они понимают, как мальчики дошли до финала, потому что были вопросы, как мальчики дошли до финала. Ну, теперь понятно, что не обязательно, так сказать, петь, понимаете? Вот так, как вот... Достаточно быть вот такими вот симпатичными, да. Кирилл, харизмы берут, да? Да, харизмы берут, да. Как говорил Никита Михалков, если у актера есть харизма, он заходит, и ему даже ничего делать не надо. Он сказал пару слов, и все понятно. Так вот, ребята, харизма у вас хорошая, вы прикольные, понимаете? На вас смотрите, и вы прикольные. Но надо еще петь, понимаете? Надо еще петь. Вот. Вот это в этом как бы есть. А теперь, девочки, капитан, вы сегодня мне гораздо больше понравились, чем были вот в предыдущие разы. Больше понравились. Это, наверное, ваше лучшее выступление. Ну и хочу, чтобы жюри учло, что петь все-таки в головные микрофоны гораздо сложнее, чем петь вот такие микрофоны. Пожалуйста, просим оценить выступление. Итак, номер телевизор. 5-5-6-6. Трио «Капитан» Барышникова, Седова, Батосова. 4-4-4-5. И великолепный дуэт. 4-4-4-4. Я бы сразу хотела дать слово Елене Володиной. Она прям так щедро поставила 6.
вокальному ансамблю? Знаете, есть, ну это больше, наверное, для слушателей, которые, в принципе, вот как я по своему опыту знаю... Елена, извините. Сюда мы договорим. Они считают, что они все понимают, и иногда они соглашаются с оценками жюри. Вот поэтому я хочу немножко разъяснить. Конечно, петь в головные микрофоны сложнее намного, я согласна. Но это не помешало девочкам и мальчику одному, да, которые вот для меня, как для преподавателя-вокалиста, выглядели очень убедительно, это важно. Да? Они постарше других, но у них было чистое двухголосие. Несмотря на все их движения, я не услышала взятия дыхания, как это бывает, когда певцы поют и танцуют, вот это и дальше. Да? То есть это было очень профессионально, вы молодцы, единственная крайняя девушка. Когда вы что-то делаете, вы в группе, да, ваше лицо выделяется, вы не хотите улыбаться. Почему? Вас видно всех. Вот это мое пожелание, да, когда вы выступаете, вы все должны быть одинаково. Лиза, ты почему довольны? Не улыбалась? Я улыбалась. Я улыбалась, просто это было очень страшно, поэтому улыбку вы не заметили. Дорогие девочки, капитан, номера капитан, вы очаровательны. Вы очаровательны, вы прекрасны. Я желаю вам продолжить упорнее заниматься. Да? Вы выступаете в ансамбле, каждый из вас солирует. Вот вы должны достигнуть одного уровня, чтобы не было кто-то сильнее, кто-то слабее, и прислушиваться друг к другу больше. И если вы что-то делаете, вот замечательно рядом с вами стоит маленькая актриса, да, вот она выделялась из всех, единственное, что наученная улыбка, то есть вспомнила, что улыбаться надо сразу, да? Все должно быть естественно. А парням, ну что я могу сказать? Учиться, учиться и учиться. Потому что харизма харизмой, но конкурс вокальный и чисто петь интонационно, выходя на конкурс, вы просто обязаны. А мы переходим к блоку хореография, народный и народно-стилизованный танец. Первая возрастная категория. К большому... Приходила
5, 4, 5. Все хорошо, ребят. Да? Для зрителей, для просто зрителей, чтобы нет, показать, какие вы... Какие вы классные. Хорошо? Все, Настя, да? Паника в глаза, правильно? Мы вас что? Мы вас любим. Мы в вас верим. Мы самые какие? Раз, два, три. Лучшие! Итак, мы перешли к блоку «Хореография. Современный и эстрадный танец». Первая возрастная категория. Здесь Oh, dis-moi comment tu t'appelles, je te dirai qui tu es. Raconte-moi comme tu es belle, peut-être que je t'aimerai. Le jeu en vaut la chandelle, et si la flamme s'allumait, peut-être que tu seras celle que j'attendais. Ah, un petit coup de bisou pour une petite mine d'amour, un petit coup de grimoire pour la magie de l'histoire de rondelle, l'éternel, du piment mieux que le sel, diable, diable, qu'elle est belle, la ritournelle. Un petit coup de grisou pour une petite mine d'amour, un petit coup de grimoire pour la magie de l'histoire de rondelle, l'éternel, du piment mieux que le sel, diable, diable, qu'elle est belle, la ritournelle. Oh, oh. Elle en rigole à tout rompre, de Paris jusqu'à Marseille. Dis-moi je t'aime, tu te trompes. Je ne veux pas ta carte vermeille. Rêvons de pour qu'un se fasse. Redis-moi ça bien en face. On ne m'y reprendra plus. Occupe-toi de ton cul. Ah, un petit coup de grisou, touche à pour un peu d'amour. Un petit coup de grisoire pour une catastrophe. Toi reprends d'elle l'éternel, du piment mieux que le sel. Diable, diable, qui découvre la béchamel. Un petit coup de grisou, touche à pour un peu d'amour. Un petit coup de grisoire pour une catastrophe. Toi reprends d'elle l'éternel, du piment mieux que le sel. Diable, diable, qui découvre la béchamel. Un petit coup de grisou, touche à pour un peu d'amour. Un petit coup de grimoire pour la magie de l'histoire de rondelle, l'éternel, du piment mieux que le sel, diable, diable qui est con, la béchamel, un petit coup de grisou, un petit coup de grimoire, rondelle, l'éternel, diable, diable qui est con, la béchamel, un petit coup de grisou, touche à pour un peu de mou, un petit coup de grisoire pour une catastrophe, l'histoire de rondelle, l'éternel, du piment mieux que le sel, diable, diable qui est con, la béchamel. Друзья, напоминаю, что сегодня мы показываем все секреты закулисной жизни. И прямо сейчас передо мной студия «Овация». Девчонки, как настрой сегодня? Настрой отличный. Какая у вас сегодня цель основная? Выиграть. Первое место. Выиграть. Заворожить судей. Что сделать? Заворожить, чтобы они поставили 6-6-6-6. Наша самая главная задача. 10-10-10. Вы хотите, чтобы этот конкурс поскорее закончился или нет? Нет! То есть вы еще готовы этот танец танцевать 100 миллионов раз? Да! Yeah!
Начальником двора он был назначен детворой, и все кричали: нужен нам начальник такой. Попугай, попугай, с нами поиграй, помяукай, как кошка, как собака, полай. Попугай, попугай, только не пугай, лучше ты оставайся и не улетай. Помяукай, как кошка, как собака, полай. Попугай, попугай, hey! Только не пугай. Лучше ты оставайся и не улетай. Попугай, попугай, с нами поиграй. Помяукай, как кошка, как собака, полай. Попугай, попугай, только не пугай. Лучше ты оставайся и не улетай. Попугай, попугай, с нами поиграй. Помяукай, как кошка, как собака, полай. Итак, вот прежде чем уважаемое жюри выставит свои баллы, да, ассоциированный член нашего сегодняшней коллегии судейской Светлана Добровольская, действующий хореограф, пожалуйста, оцените выступление. Безусловно, вы все молодцы, все, кто стоит на этой сцене. Давайте еще раз им поаплодируем всем. Вы огромные умницы, все до единого. Это безусловно. Номера все подготовлены хорошо и с реквизитом, и с мыслью. Очень сложно будет оценивать. И жюри, и зрителям в первую очередь. Но номер, который был представлен первым,
Очень интересный. Ребятки, вы молодцы. Это, кстати, самые младшие участники по 6 лет. Самые младшие, да. У них только солистка вот из средней группы. Вы маленькие еще, у вас еще все впереди. Я очень уверена, больше, чем уверена, что у вас еще все получится, вы еще возьмете свои вершины. Молодцы, маленькие молодцы, но старший повар немножечко не хватило энергетики. Вот. А два остальных коллектива, ну просто нас сразили на повал. Это улыбка до ушей и только аплодисменты, только овации. Вы молодцы. Итак, первыми выступали ребята «Переполох на кухне», маленькие поварятки. 4-4, 5-4. Второй номер «Миньоны». 6-5-6-6. И третий номер «Попугайчики». 5-5-5-5. Скажи, ты сегодня что за танец танцуешь такой, в таком красивом костюме? Звездные полосы. О, молодец. Желаем вам удачи, девчонки. Девчонки, волнуетесь перед выступлением? Да. Что чувствуете? Вот с минуты на минуту уже сейчас будет ваше выступление. Я дрожу вся. Страх. Скажите, а какое место вы хотите позавоевать? Первое. А мне любое. То есть ты согласна даже на третье? Какой-то вот такой дорос. О, молодец какая. Мы вам желаем большой-большой удачи. А мы переходим к блоку фолк-вокала. Умолилась, умолилась, умолилась.
Ласточка, не садись на ворота, крылья черные свои поломаешь. На моих воротах острые колья, сама знаю. Милая, не летай под окошком, не дразни меня и так больно. Мне б с тобой улететь пташкой на волю, на волю, на волю, на волю, на волю. Ласточка, смотри, костры в поле, не по мне ли то горят травы, не по мне ли то звонят колоколы так рвано. Знаешь, милая, в груди тяжко, за воротами стоят люди. Кто там едет в свадебной упряжке, да не со двора в поле, через поле к скалам да к морю. Над водой взлечу тебе черной сестрою. Буду песни петь, как ты, звонко. Будет хвост, как твой, двойной, тонкий. Забери меня с собой, черной, да живою. Живою, 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 живою. Уважаемое жюри. Василис, наконец-то впервые тебе дали допеть до конца. Сегодня. Она от неожиданности даже дыхание не успевала взять. Это положительный сегодня момент. Согласна? Согласна. Аккомпаниатор у тебя был очень хороший. И в прошлый раз, и в этот раз. Отдельные ему аплодисменты. Это одна единственная песня, которую ты поешь? Или у тебя еще есть в репертуаре? Одна единственная? Да? Угу. Ну, это вот чувствуется. Чувствуется, что тебе не хватает немножко репертуара. Тебе нужно нарастить сейчас репертуар свой. Нарастить. Еще учить, еще там, третью, четвертую, пятую, шестую песню. Будешь это даст результат. Да. Вот. Пока на сегодня вот как бы мне хотелось бы, чтобы ты еще немножечко подросла в вокале. Угу. И повнимательнее была. Повнимательнее с текстом, да? Повнимательнее. Теперь Юлия. Юлия сегодня показалась намного лучше, чем в прошлые разы. Намного. То есть ты подтянулась за время фестиваля, очень сильно подтянулась. И мне сегодня твое выступление понравилось. Вот есть недочеты, конечно, есть. Но
видно, что ты работаешь, и их можно исправить. Ну, а Арина у нас является украшением нашего фестиваля-конкурса. А можно вопрос у нас у жюри возник? Дело в том, что Петр Привин, да, пожалуйста. Арина замечательная певица, нам очень понравилось. Просто вопрос, почему вы отнесли это в фолк, когда это можно было отнести также к эстрадной песне? Вот у нас девочка по имени Толпекина Ангелина пела «Не для тебя», но уже в вокале эстрадном, понимаете? То есть вот непонятный выбор. Но выбор мы как бы не народные песни, не, ничего, это просто эстрадные, очень классные, качественные выступления. Ну, да, в предыдущих турах. Да, отнесли эту песню именно к этой номинации только лишь потому, что в этой композиции у меня много очень народных фишек, которые бы хотелось бы показать. Вот. Вообще, да, я соглашусь, что эта песня более эстрадная, но ее можно было бы разукрасить народными штучками. Так дело все в том, что хороший... Понятно, что это не к вам. Да, это к тому, кто вас заявлял. Хороший исполнитель владеет разной техникой исполнения. Да? Когда мы слышим фолк, вот хорошо, сейчас рядом не стоит никто вашего возраста, да? Имеется в виду, вот, да, это исконно народное пение. У вас, как вы правильно сказали, фишечки, но это не фольклорное пение. То есть ближе это, конечно, было бы к эстрадному, это было бы правильнее. Вот. Я просто внесу небольшую как бы правку. Дело в том, что предыдущие туры как раз Арина выступала конкретно с другими номерами. Это сегодня просто заменили песню. Но, тем не менее, она двигается уже начиная с первого тура в фолк-вокале. Что ты исполняла в прошлом туре? Я исполняла «Понаехала» русскую народную песню. Да, конечно, конечно. Не было ветру, понавеяло, не было ветру, понавеяло, не было гостей, понаехала, не было гостей, понаехала. Молодец, спасибо большое. Спасибо. Итак, первая выступала Ряховская Юля. Я на горку шла. 4-3-4-5. Василиса Глухова. 3-3-4-4. Елена Володина хочет еще сказать комментарий. Пожалуйста. Нет, я просто хочу маленькое пояснение. Да, я двум участницам, хотя они абсолютно разные, поставила одинаковые баллы. И вот для более старшей участницы я хочу пояснить. Понятно, что ты чисто по возрасту, да, ты сильнее, у тебя богаче тембр, но и требования к тебе другие. В каждой песне, особенно в русской народной, есть развитие, да, есть начало, есть развитие, есть кульминация и какой-то итог. Вот сегодня ты убедительно, но практически одинаково не исполнила от начала... Понимаешь? Нужно поработать над тем, чтобы было развитие, чтобы тебе было интересно, и ты была вовлечена в этот процесс. Понимаешь? Я не, Аречка, не тебе говорю, хотя тебе тоже не помешает, вот рядом. Нет, это... Но она активно поддерживает вашу мысль. Я тоже готова уже, да. Это говорит о том, что она хороший в будущем музыкант, который понимает, воспринимает, всегда есть к чему стремиться дальше. Ты поняла меня? Да? Василиса, надо просто петь. Понимаешь? У тебя в будущем все очень хорошо. Но я так по твоему характеру, как ты вышла, как ты глянула. Мы еще подумали с коллегой. Думаем, ну сейчас она как? Даст? А аккомпаниаторов она строит только так. Понимаешь, в чем дело? Начни спрашивать себя, дорогая. В 7 лет дети так поют, что не нарадуешься. Да, поэтому будь добра, у тебя хороший потенциал. Вот поэтому у меня для вас одинаковые девушки отметки. А вам огромное спасибо. Вам тоже есть итак, к чему стремиться. Да, теперь оценки, пожалуйста, да, Арине Баженовой. 6, 5, 6, 6.
Да, Елена еще хочет комментарий. Знаешь, что, на что я хотела обратить внимание? Когда ты уходишь на пиано, твое дыхание должно работать гораздо лучше, чем когда ты поешь громко. Иначе у тебя интонация начинает немножко ползти. Качаться, да? Да. Вот этого не должно быть. Понимаешь? Ты должна петь тихо, но очень явно и точно. А так молодец. Спасибо. Я учту. Спасибо. И мы переходим к блоку «Хореография. Классический танец». Итак, первая выступала Софья Горячева, вариация Ники из балета «Баядерка». 5, 5, 5, 5. Второй номер вам представила Диана Серпокрылова, вариация из балета «Звезды и полосы». Мыслями 6 уже есть у нас. 5, 5, 4. Ой. Я бы хотела задать вопрос Ирине Солдатко. Я самый главный хореограф сегодня, да? Ну, как бы да, вы тоже представляете. Елена сказала, что она меня поддержит. Да. Я хочу сказать, что девчонки большие молодцы. И что классику танцевать — это самое сложное, что может быть, несмотря на то, что движений вроде бы немного, но их нужно исполнять настолько точно, насколько точно нужно играть Моцарта, скажем так. У меня всегда классика проводится в параллелю с математикой. То есть здесь только так и никак. Меня очаровали сегодня руки первой участницы. Может быть, зрительный зал меня поддержит? Да, вот такие у нас волшебные руки.
Поэтому вот мои оценки вот таким образом. Мы перешли к следующему блоку. Эстрадный вокал. Вторая возрастная категория. Это одинокая звезда в небесах себе молит, а уставшая душа с каждым днем сильнее болит. День прожить, чтобы отдать ночью. Просто не уснуть, больше нечего терять. Вдруг поняв простую суть, ты тянешь руки в небеса. Все давай, и ты давай.
Не забывай, его я наизусть. И может быть хоть иногда приснюсь, и я ему, я не реву и никому не признаюсь, что кажется, горится там, где сердце плавится, мысли о нем. И мне так нравится, как он поет ту песню и путает все слова, будто не про нас. Кажется, колется там, где сердце плавится, мысли о нем. И мне так нравится, как он поет ту песню и путает все слова, будто не про нас. Кажется, и слезы катятся по щекам, я никому, даже дневникам, что кажется, он мне нравится, и я давно уже, он мне нравится, он мне нравится, он мне нравится, он мне нравится. Видишь себя нарисованным в лодке на берегу тишины. Кажется, фея неслышной походкой движется возле луны. Кажется, фея неслышной походкой движется возле луны. Синих небес фантастический свод, темный загадочный лес. Голосом сказочным кто-то зовет из королевства чудес. Голосом сказочным кто-то зовет из королевства чудес. Над головой словно башни цветы, звезды над ними плывут. Птицы с тобой говорят, а деревья поют. Добрый волшебник и сказочный зверь, кукол смешной хоровод. Кажется, в детство откроется дверца, и вот видишь себя нарисованным в лодке на берегу тишины. Кажется, фея неслышной походкой движется возле луны. Кажется, фея неслышной походкой движется возле луны.
нарисованном в лодке на берегу тишины. Кажется, фея неслышной походкой движется возле луны. Кажется, фея неслышной походкой движется возле луны. Синдаян Сусанна и Вильдана Хузина были вынуждены уехать чуть раньше, не дождавшись оценок жюри. Но я приглашаю на эту сцену Александру Иванову. Уважаемый жюри, просим вас выставить свои оценки. Первой выступала Сусанна Синдаян. Она исполняла песню «Путь». 4-4-5-4. Второй выступала Александра Иванова с песней «Кажется». 5-3-4-5. Вильдана Хузина была третьей. 6-5-5-6. И замыкала эту четверку Евгения Апостолова. 5-5-5-5. Я увидела огромное количество талантливых детей, действительно талантливых,
которые имеют такую возможность, колоссальную, на мой взгляд, да, это вот за что спасибо организаторам, бесплатно проучаствовать в конкурсе, показать себя перед жюри, которое не просто назначено, да, а каждый представляет, каждый является профессионалом своей профессии. Три возрастные группы маленькие, да, они слышат мнение членов жюри. Я надеюсь, что слышат их преподаватели, которые, возможно, сделают какие-то коррективы в своей работе, да, и направят детей, скажем, более коротким путем к достижению вот определенного результата. Я советую всем не обижаться, да, и не думать. Это самый неправильный путь — думать, что тебя засудили, а кому-то дают баллы больше. У каждого бывают недочеты. Но есть недочеты, которые сиюминутные, от волнения еще от чего-то, да? А есть недочеты, когда просто надо чуть-чуть изменить свою работу. Каждый раз, когда мы едем на конкурс, я детям говорю, что надо выступать так, чтобы ни один международный член жюри не смог поставить вам низкую оценку. А если он ставит, значит, вы дали для этого повод. Можно каждого члена жюри называть, и у него есть послужной список. И этот послужной список доказывает то, что у нас очень на высоком уровне проходит жюрение этого фестиваля. И несмотря на некоторые, как бы, вот есть разочарования, обидки какие-то есть, да, у некоторых исполнителей, но все же это конкурс. И конкурс, он всегда сопровождается вот тем, что кто-то за бортом остается. Но есть такая фишечка вот на следующий год. Те, кто у нас возьмут первые места в своих подгруппах, они на следующий год должны пропустить наш конкурс. Вот это в обязательном порядке, мы уже это утвердили. И есть шанс у тех, кто занял второе, третье место, и которые не вошли в призовые места, на следующий год показаться лучше, и у них есть стимул для работы. И еще, я во время конкурса заметил одну очень интересную вещь. Исполнители в течение этих 2 месяцев все подтянулись. Это было такое для них, для самих, мастер-класс. Они сами себе, так сказать, вот, получили посредством вот, оценок жюри, посредством тем, что с ними общались, вот так вот члены жюри делали замечания и пожелания. Они улучшили свои результаты. И сегодня мы имеем очень хороший исполнительский вот, состав, который замечательно, наверное, вот, выступит на гала-концерте. Вот. Мне кажется, что гала-концерт у нас будет из очень сильных исполнителей, как танцоров, так певцов, так и чтецов.